бандеровцев условных Давай я будет что-нибудь шарить по карманам другое. Коломойский, а сзади условных русских Ахметов будет шарить по карманам. И они вместе будут договариваться, как дальше я же... Недопустимо много автомобильных пробок. Они простаивают с моими грузами. А эти грузы нужны нам для функционирования внутреннего рынка Греции. Ну а дальше страны одна за другой стали вводить на своих территориях карантин. И тут уже, что называется, не до внутренних границ. И вот посмотрите, как эти новые, точнее вынужденные границы по-разному открываются, например, в соседней Германии и Польше. Смею заверить вас, для таких, как я, кому когда я май? Движение назад большим трудом. Я? А, можно взять что-то? В демократическом государстве эти решения не должны приниматься поверхностно и должны быть временными. Но на данный момент это необходимость, которая спасет жизни. Это исторический момент. Граница внутри Евросоюза между Польшей и Германией была восстановлена на 10 дней. Как вы видите, государственные службы в приграничном регионе действуют эффективно. Мы успешно защитим границу от коронавируса. 94-й год. Сейчас, пожалуй, не скажет никто. Вроде уже все привыкли к страшным сводкам из Италии, которая сейчас, к слову, явно переживает... Чё, все у меня ноги рахитные были. Тогда. Что, боевик какой-то? Не, ну да. Да, думаю, съем.